В данном сегменте мы обсудим основные характеристики языка C++. На данном слайде я постарался собрать наиболее часто употребляемые с языком C++ эпитеты. Во-первых, говорят, что язык C++ сложный, мы это обсудили немножко в прошлом сегменте. Во-вторых, язык C++ мультипарадигменный. Что это значит, я расскажу немножко позже. В-третьих, язык C++ эффективный. Да, действительно, язык C++ позволяет писать эффективные программы. В-четвертых, язык C++ низкоуровневый. Это означает, что можно писать программы, которые работают с ресурсами компьютера напрямую. В-пятых, это язык компилируемый, в противоположность скриптовым языкам, которые в большинстве своем являются интерпретируемыми. И последнее — это статически типизированный. Опять же, бывают языки динамически типизированные. О том, что все эти эпитеты значат, мы обсудим на следующих слайдах.